Я нахожусь возле сквера погибшим ветеранам. На входе в сквер, на развилке дорог, стоит памятник Софье Перовской. Совхоз раньше назывался имени Софьи Перовской. Совхоз-завод. 28 сентября уже были сняты забор здесь. Парк был на реконструкции. Снят забор. И с 1 октября парк начал выполнять свою функцию для отдыха жителей поселка Любимовка. Давайте сейчас зайдем с самого начала, посмотрим. Вчера в сводке в телеграм-канале от губернатора обратил внимание, что он написал, что парк еще не закончил. На октябрь месяц здесь ожидаются посадки длинных насаждений. Ну, это уже, так сказать, все лучше и лучше, чтобы было. А пока вот так. Давайте посмотрим интересные моменты. Снимаю скрытой камерой издалека. Здесь есть шкаф, так называемый книжный. И вот один из читательниц пользуется этим шкафом, читала книгу. Немножко я опоздал на съемке, ну что снял, то снял. Оказывается, она не просто читала книгу, из-за шкафа вышел кинооператор. Не один я снимаю сюжеты в этом сквере. Вполне возможно, мы скоро это увидим информацию по телевизору. Дубль 2 снимают, разговаривают между собой. Значит, что-то не получилось. И так до 10 дублей можно снимать. Восстановлена табличка, ответственная за этот памятник. Одновременно с реконструкцией парка именно совхоз Софьи Перовской, то есть винзавод, провел здесь реконструкцию, обновил, подштукатурил, подшпаклевал, покрасил. Остались наполнения вот эти стенды. Здесь, наверное, что-то будет, какая-то информация, которую мы просили, это по боевым действиям. Может даже быть, ну, какая-то информация будет. Вот так выглядит парк. Есть пустые места, куда наверняка будет посажены зеленые растения, то есть озеленение, как говорил губернатор, на октябрь месяц запланировано в этом сквере. Посмотрим в конце октября. Еще обещали здесь вокруг озера, чтобы дорожка была нормальная, восстановить ее. Есть кусты шиповника, уже выложенную дорожку, проходить тяжело и можно поцарапаться. Обещали после реконструкции этого сквера и снятия забора произвести, как у нас говорят, художественную обработку этих кустов, я так понимаю. Ну, стрижку, короче, чтобы это было нормально. Вот я показываю направление дорожки, которая идет вокруг озера. Мы сейчас пройдемся по этой территории как раз. Та самая тропинка, которая идет вокруг озера. Обещали здесь тоже навести порядочек, чтобы можно было прогулочная зона была дальше. А то эти кусты уже не дают пройти по-нормальному. Ну, мы-то пройти можем в брюках, а вот девочки в юбках могут и чулочки порвать свои. Поэтому обещал кто-то, не помню кто, но была информация такая. Обещали, значит, надо что-то делать. Чуть-чуть хотя бы поработать здесь. Здесь обычно рыбачки сидят, но сегодня никого не вижу. Пройдем дальше, посмотрим, по тропинкам поедем. Ну, здесь широкий берег, здесь тропинки не нужны, здесь можно хоть на машине даже проезжать.
И вот куча беседок стоит. Что-то сегодня все пустует. Нет, подошел ближе, не пустует. Народ отдыхает. Приятного отдыха. Да, рыбаков раз-два я обчелся. Практически нет. Возле озера для рыбаков и возле парка для отдыхающих поставлено укрытие. Укрытие — это, как у нас говорят, признак времени сегодняшнего. Вот такая обстановка у нас здесь. Любимовка, улица Софьи Перовской. Мы находимся возле главного входа. Дом культуры «Корабелф» находится в Софьи Перовской. Смотрим, какие пандусы есть специально для инвалидов. Бомбоубежище установлено. Само здание. И большой сквер. Прекрасный сквер с розарием. Перефразируя Пушкина, там на неведомых дорожках следы неведомых людей. Скамейка там стоит в железных ножках и столик посреди скамейки. Вот тот самый розарий, что я вам говорил. Розы цветут, благоухают. Каких только здесь нет сортов. Здесь тоже такие большие выросли. Скоро подрезать будут. Осень скоро. А вот и отдыхающий. Добрый день. Добрый. Как вам сквер? Супер. А там еще один будет сейчас сквер. Вот, где памятник погибшему ветерану. Да, мы знаем, конечно. Мы же тут живем. Хорошей жизни вам. Всего доброго. Спасибо. Так что если осенью хорошо обработают розы, то весной здесь будет лепота.